Многие спрашивали у нас, что же за такой ящик интересный вы смастерили. Друзья, это вот такой вот утепленный ящик для перевозки растений и рассады. Крышка тоже утеплена для того, чтобы холодный воздух не попадал на растения, потому что это очень важно. Вот даже стоит, хоть я и на машине, езжу все свои растения, рассаду я перевожу на машине, но все равно вот этот вынос из подъезда, из теплого помещения, даже добежать до машины, у меня уже был такой, что листья были обморожены. Тем более, когда листики вот такие вот молоденькие, они очень быстро, короче, обмораживают, и потом превращаются не в презентабельный вид. Сейчас я сделала новую закупку, пополнила свою коллекцию. Здесь представлены также очень дорогие растения. Вот это очень дорогое растение, оно коллекционное. Здесь два растения в одной штучке. Вот, детки его очень сильно ценятся, поэтому для коллекционеров эти растения, они уникальные. Вот, вот эти вот купить в магазине нельзя, это только можно купить с рук. Вот. Многие спрашивали, куда у меня столько стеллажей, почему у меня такие одинаковые растения, их очень много. Это растения для продажи, я их разделяю и продаю деток. Вот, у меня есть группа, где представлены мои комнатные растения, деленки, которые в наличии, название, цены, все подписано, можете перейти и тоже так же посмотреть. Это просто нереальный колотей, какие же они благодарные растения. Очень классный, я прям просто кайфую. Я получаю истинное наслаждение, когда я работаю с растениями. Посмотрите, какое у них разнообразие листа, и белые, и зеленые, и в полоску, и вот такими штрихами. Это просто что-то нереальное. Вот, я скупаю деток по всей России для того, чтобы пополнить свою коллекцию. Ну, как монеты собирают, знаете, вот я собираю, короче, семейство Марантовых.